Предприниматели со стажем и те, кто еще только-только начинает свое дело, стали участниками питч-сессии, которая прошла в Граце. Главная ее цель – помочь бизнесменам в решении их проблем. Сейчас я открываю центр по коррекции речи и дополнительные занятия для обычных детей, детей ОВЗ, детей-инвалидов. И, соответственно, проблемы – это, естественно, финансирование. Очень не хватает. Деток очень много, объем большой, и нужно со всеми позаниматься, со всеми успеть. У родителей большой спрос. Госучреждения не всегда справляются с данной функцией, потому что и очереди создаются, и наплывы большие. Вот будем рады все виды поддержки. Даже дело может быть не совсем в деньгах. Даже деньги нам государство дает. А иногда нужна даже просто помощь в виде консультаций. Мы иногда просто, ну, как бы предприятия маленькие, и не всегда даже знаем, куда правильно обратиться, куда правильно пойти. То есть помощь должна быть самой разнообразной. Ну и финансы-то, конечно, однозначно. Консультации для владельцев собственного дела по самым разным направлениям в этот день проводили представители сразу 4 бизнес-инкубаторов – Городецкого, Заволжского, Блохнинского и Нижегородского. Проблемы у предпринимателей в основном общие – где найти средства для развития, как решить кадровый вопрос, а еще как правильно продвигать свои идеи в интернет-пространстве. Поэтому анализу страничек в соцсетях и сайтам предпринимателей тоже уделили внимание. Первая страница, на которую я вышла, это страница о нас, где очень большой текст. Как бы все понятно, вы себя позиционируете как хороший центр с высокими квалификациями, но в первую очередь, наверное, все-таки нужно изначально на страничке первой это должно быть УТП, и чем вообще вы отличаетесь, и какие-то конкурентные преимущества, и чем вы вообще гордитесь, и действительно какие-то базовые услуги, которые вы предлагаете. Мы готовы помочь им всем. То есть у нас нет такого, что вот есть инвестор, я готов помочь или не готов помочь, меня устраивает ваш проект или нет. Здесь все проекты идут на ура, все проекты, мы готовы всем проектам помочь, поэтому и организовано такое мероприятие. Мы стараемся как раз помочь предпринимателям с их проектами, может быть, чуть более глубоко идентифицировать ту фишку, которая поможет им, скажем так, действительно выделиться в высококонкурентной среде. Индивидуальные консультации, конкретные рекомендации и адреса структур, которые могут помочь в развитии бизнеса. По отзывам участников питч-сессии, общение получилось деловым, полезным и конструктивным. После посещения круглого стола мы сделаем определенные выводы, и я думаю, что это пойдет на пользу. Пока не могу сказать, но думаю, через месяц, через два результат будет какой-то. Я рад бы, чтобы такие мероприятия проходили чаще и с хорошими результатами. По итогам этой встречи каждому участнику питч-сессии будет предоставлена интернет-стратегия развития в соцсетях, а также оказана помощь в поисках прямых инвестиций для масштабирования своих проектов.